Всем привет, Ютубу привет! Всех с наступающим Новым годом! Всем счастья, здоровья, в общем, всех благ! Продолжается эпопея. Решили мы эту алюминиевую крышу не разбирать. Вот, покажу еще раз. Вот, вмятинки тут есть. Вот, магнитится. А тут, видите, не магнитится. А тут вот, пожалуйста. Вот, решили, что не так там много вмятин, попытаться сделать просто клей. Пока что сейчас хочу делать вот эту детальку тоже клеем. Тут разбер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Ну, штук 15 здесь вот на этом, на этой детали вмятин. Тут дольше будешь разбирать всю эту краску, потом назад собирать, чем тут вмятин тех. Надеюсь, клеем все должно выйти нормально. Ну и первый, как говорится, образец вот это вмятина. Кстати, вот обратите внимание, одно из преимуществ — вот такие уже лапы не поставишь сюда. Я имею в виду вот такого метра присоску. Вот, если здесь вот, например, у меня присоска 75 диаметром, вот, то она как бы в междуряде, вот в этом, на крыше, может встать. А там, где на этой лампочке, к сожалению, диаметр больше, чем вот это междурядье. Ну, это мелочи. Вот. Простой выход из положения. Ложишь вот так лампу, вот, ставишь, наклоняешь, как тебе надо, и работаешь. То есть, поворачиваться тоже не надо, надо всегда думать головой. Есть вопрос, как его решить. Вот прекрасно он так решается. И можно, опять же, лапа там резиновая, кожух лампы, вся она обрезиненная. Поэтому можно спокойно на крыше ставить вместе. Она своим весом и ногой прекрасно стоит. Вот я покажу. Видно, да? Она даже там вот немножко не опирается. И ничего страшного. Все нормально. Так что думайте, и у вас будет меньше проблем. Ну вот, чуть пробить надо края, чуть подгладить, можно клеиться и работать. Да, еще один момент. Вот как бы похолоднее стало. Вот, вот мы на 180. Даже можно чуть побольше я поставлю, потому что холодновасенько. Вот. Вот так вот где-то. Вот такую температурку можно ставить. Почти 190. Вот. И пусть наш клей будет чуть погорячее. Вот. Поскольку сейчас зима, помещение прохладно, ну и так далее и тому подобное. Ладно, потихонечку начинаем шевелить это дело. Покажу потом, что получилось. Вот так вот кратенько скажем. Уже тут такая вот чистенько все. Продолжаем дальше дергаться. Выйдем шишечку, эту я немножко лишка. Ну ничего, сейчас забью. Ну вот она красота. Вот. Не прошло, как говорится, и полгода. Тут заблестело. Еще раз хочу показать вот такие нюансы, которые остаются от завода. Вот, вот здесь в начале детали. Вот. Заводское. Вот такие вот моменты. Это все заводское. Такие вот как бы неровности. Вот. Шишки, где-то перекосы на краях деталей, особенно там, где это, вот она, шишка есть. Но это пластик, извините. Вот, видите, вот магнит, а здесь не магнитится. Это губа пластиковая, так что тут бить-колотить пробойником бесполезно.
Вот. Ну, я тут тоже поправлю, просто ради тренировки. Вот она, шишечка. Как бы ее заснять так, чтобы видно, она видна. Тут тоже неровности такие, как программы. Вот. Можно, конечно, подправлять, а можно и не подправлять, это завод. Но хуже не будет. Я тренируюсь, постучу лишний раз, как говорится. Вот что-то полезное сделаю. Вот, видно. Так вот неудобно, поэтому уже пошли в ход подкладушить. Потому что доставать надо вон аж куда, по крыше. Вот, дальше будет интересней. Вот, пока что вот на вытянутую руку я достаю. А дальше будем думать, как с этим бороться. Потому что, как бы, не очень это удобно. А когда неудобно, где-то какие-то пропуски появляются, там, или какие-то еще нюансики нужные возникают в работе. Вот, которые, как бы, не нужны. Вот, поэтому вот пока что так. На вытянутую руку я даю. Вот, чуть потаскал и хватит. Перетягивать тоже ничего хорошего. Сейчас вот так берем чуть-чуть грамулечку спиртика. И нянчим. И сейчас он отстрелится. Во. Смотрим. Во. Такой хороший шишкарик. Хороший в плане того, что небольшой, не маленький плюсик, хороший. Как бы достаточный для того, чтобы выстрелить катинку обратно. Ну вот. И не сильно большой, чтобы была права его забивать. Ну, как сами понимаете, особо интересного тут нет пока снимать. Вот. Выдернул ямку, шишечку забил. Так что ничего тут интересного и сверхпознавательного нету. Вот и дела. Так что вот так. Вот, тут у нас на ребре. Уже не первая вмятина, прям на ребре. Но хорошо, что по центру, а не с краю. Вот ставим мы грибочек. И теперь берем миниром, начинаем нянчить. Помним, что лучше не дотянуть, чем перетянуть. Вот. Бам! Отклеиваем это дело и смотрим, что получилось. И смотрим. Ну что? Не, его знаешь что? Его надо обстучать. Что, попытка номер два, потому что совсем вышла, лампа показывала, что там вмятинка маленькая есть. Опять же, обстукиваем, делаем более плавно все. И пробуем дальше. Опять дергаемся. Этим мини-лифтером. Потихонечку, помаленечку начинаем ее выдергивать. Поскольку с первого раза она не вышла так, как нам хотелось бы. Бам! А стреляет как страшно. Как будто сейчас пол крыши развалится. А на самом-то деле ничего там страшного нету. Вот. И краска целая, и крыша целая. Еще вполне возможно и вмятина не совсем вышла. Ну что, тут посмотрим с этой стороны. Ну вот, как я говорил, что камера показывает, что все равно она. Конечно, это при четырехкратном увеличении, но тем не менее, вмятинка есть. Продолжаем дальше. Вот тут бы сейчас залезть крючок, один раз толкнуть, и все было бы красиво. Но, увы.
Мы это делаем без разборки. Продолжаем праздничную работу на крыше. Крыша алюминиевая у нас. Вот, небо-то видно, как бы вмятины, но тем не менее. При желании в лампе все видно. Вот, не смотрите, что вмятинки такие маленькие. Так-то просто их клеем выклеить и выдернуть. Вот, я, к сожалению, отковырялся. Ну да, меньше стало, но вы видите, сколько набил. Вот, как не чистит, все равно пыльца летит. Вот, и чуть по чуть набивает. Ну, так, в общем-то, крыша уже подвыровнялась. Тут еще пройти вот эту часть, ну где-то метр, ширину полтора. Это я просто вот отметил, то вот в настройке влаги. Хорошо сейчас вот эти вот видны. Их вот тут 5 штук вмятин. 6. Вот. Их хорошо видно. Отмечаем, работаем, потом передвигаем лампу дальше, работаем дальше. Вот такая вот картина маслом. Работаем клеем. Температура. Вот так я ставлю сейчас. Вот, поскольку там не особо у меня на крыше градусов 15-16, не больше. Сейчас смотрим. Вот, поэтому такую температуру ставлю, чтобы клей был чуть погорячее, чтобы он получше был. Вот, ну все, начинаем работать. Ну что же, вот так постепенно. Вот еще тут осталось у нас, не знаю, вот она. Вот так уже чуть-чуть тут шорох навел еще, правда. Здесь вот чуть и есть видно, здесь чуть. Ну, короче, надо еще немножко ткать клеем. Вот что самое удивительное. Вот, вот этот вот маленький грибочек, вот такой, он, у него диаметр даже хвоста, за который прыгает мини-лифтер, побольше, чем сама, так сказать, сама, которая приклеивается. И он уже тут бедный, подуставший, тут были такие концентрические круги, вот, их уже нету, и он все равно работает, вот такой. Упертый грибок. Я очень рад, что как бы есть чем работать. Вот, я сейчас показываю, что тут уже таких кругов нет. Кое-где он с мясом повыдиралось. Вот он такой вот подуставший. И тем не менее, работает. Очень хороший грибочек. Вот. К сожалению, грибки магнитами, они здесь непригодны. Как вы видите, на алюминии они не алё. Опа, опа, хорошо, что не упал. А тут вот, пожалуйста, на этих деталях везде все это работает. Так что вот, вот такие вот. Продолжаем работу дальше. Ну что же, вот смотрим. Вот так аккуратно все. Сейчас еще раз брызну мовильчиком. То я брызнул сюда. И протру, и все будет вот так красиво останется. Вот, к сожалению, приходится делать технологические отверстия. Ну что делать? Есть хотя бы вот такое решение, как можно вот так аккуратненько. Ну, тут пришлось крючком работать, немножко повреждено. Вот, пришлось, как говорится, вот сделать. Но зато мы видим, тут все ровненько у нас. Вот, за исключением, конечно, там кое-где скольчики есть. Вот от камешков. Ну, что делать? Тут уже, как говорится, моей вины нету. Вот такие вот дела. Так что фиг с этой машинкой. Машинка хорошо получилась.
Вот. И здесь тоже. Вот мы видим все ровненько. Вот на крыше тоже. Кое-где там может быть и есть небольшие нюансики, но в общем и целом все ровненько. Так что так. Можно машинку отдавать и, как говорится, браться за другую машинку. Вот, все везде ровно, аккуратно. Вот я же говорил, чуть-чуть я оставил здесь вот такой вот запик. Ну, тут сильно потянутый металл, я его, получается, вот так свел и либо шишку делать, либо маленькую вмятинку. Ну, вот так осталось немножко. Ну, что делать? Во всяком случае, то, что было, это стало. Вот отсюда вот царапина была. Ну, по вот этим вещам, опять же, понятно, да? Что тут, как говорится, были дела. Вот, а в общем и целом, ровно все красиво. Вот, вот такие вот пирожки под Новый год. Вот она, уличная дефектовка. Смотрим, где что так, что не так. Вот, ну, по-моему, все так. Вот здесь вот, конечно, есть чуть блик, но на машинах, на таких машинах, у всех, вот в этом месте они заломы такие. И это видно, так что с ним особо бороться смысла нету. На заводе их так делают. Ну что, все, в принципе, ровненько, аккуратненько. Вот она, крыша наша. Вот. Боковинка. Низ. Вот. Вот так вот. Потихоньку, потихоньку. И машинка доделась.